Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Со мной такое. Я не подписывалась на этот ужас. Что они теперь с нами сделают? Olson, il y a une porte ici. Lame, Wilfier, marche jusqu'à Youth. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Спасибо.
черт возьми, что это за место? Оно должно быть связано с маньчжурским золотом. Мы недалеко от тех координат. Может, этот корабль вез золото? Вполне возможно. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Вернемся на яхту. Уплывем отсюда к чертовой матери и больше не сунемся в море. Как вам такой план? Я видел, как бандит забрал что-то с яхты. Крышку трамблера. Это важная деталь. Без нее Дюк оф Милан не поплывет. Надо ее вернуть. Пока они ищут маньчжурское золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Как думаешь, что это за корабль? Этот парень, Миллер, он был сильно напуган. Алекс, мне так страшно. Это очень странно. Интересно, почему все бросили корабль? Эй! Я нашла неотправленное письмо. И что? Были слухи о фигурах в грузовом трюме. Фигурах? А можно поконкретнее? Ну, я не знаю. Команда корабля выходит в долгий поход, живут в стесненных условиях, бесятся, разыгрывают друг друга. Блин, а мы тут всего каких-то 10 минут. Я нашла рядом с Кубриком записку. В ней сказано, что какой-то Паттерсон притворялся больным всегда, когда приходила его очередь идти в караул в трюм. Он... Делал он так несколько раз. Хотя другие матросы тоже не рвались туда дежурить. В общем, насколько я поняла, команда... Корабельный груз их всех чем-то сильно пугал. Знать бы, какой у рыбаков план. На дюке я слышала, как они говорили про какое-то маньчжурское золото. Вряд ли они вообще это планировали, пока не узнали про золото. Надо за ними следить. Мы будем в жопе, если они не найдут того, что ищут. Ну, что делаем? Корабль древний, как мамонт, но, может, радио еще работает? Только где его искать? На мостике. Верхняя палуба. Ладно. Как будет подходящий момент, идем туда. Хоть бы только оно работало. Так. Здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. Будь осторожней. Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Arrêtez ça! Ta gueule, Junior! Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. On sera bientôt.
tour ici ou la fermer. Si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas si... cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce ravio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers. Ça va trop loin tout ça. Vos gueules. Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Сюда. Посмотрите. Давай. Сука! Сейчас, минутку. Я попробую как-то снять. Что там? Не могу открыть. Сюда. Может, вскрыть и выбраться? Я не знаю, в каком корабль состоянии. Может, с палубы нет выхода. Предлагаешь стену пробить? Да, давай, ты же такой крутой. Кому-то надо их отвлечь. Будет шумно. Да, он прав. Флис, займешься? Может мне кто-нибудь? Пошли. Тут наверняка есть лестница.
странно, что они все просто исчезли. Они как будто испарились, внезапно бросили все, что делали. Так же не бывает. Да. Дальше-то что? Может, Конрад добрался? Когда надо, он может быть очень находчив. Это не ответ. Тогда да. Думаю, добрался. Класс. Ты слышал? Да. Там что-то движется. Что? Кто там? Я не хочу выяснять. Надо идти. Нет, нет. Я больше так не могу. Джулия. Нет, нет, не пойду. Не пойду. Джулия, надо успокоиться. Нет. Пойдем. Прошу. Целая толпа народу подозрительно бесследно исчезла. Куда они все подевались? Может, они прячутся в трюме, хотят устроить нам сюрприз? Держи себя в руках. Спокойно. Движется.
Прячемся. Не быть. Ну все. Глядите в оба. Твою мать! Кто-то идет! De crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Идем за ними. Не теряем их из виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так мы их обгоним. Я справлюсь. Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это смотреть? Не слышу. Погоди, мы здесь уже были. По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Суп дежур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Господи, боже! Алекс, что там? Ничего. Тебе лучше не знать. Что это значит? Почему не говоришь?
Эй! Сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Сейчас не время хернёй страдать. Не думаю, что драка на ножах такая уж хорошая идея. Не надо. За место. Думаю, это правильный путь. Точно что-то видела, движение какое-то. Джулия, просто возьми себя в руки. Не смейся надо мной! Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях? Не моя тема. Привидений не бывает. Привидений? Здесь привидения? Да нет же, их не бывает. Ты это знаешь, я это знаю. А сами привидения в курсе? А это что? Кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Короче, валим! Все, уходим! Посмотри, похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда. Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Эй, тут имя написано. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Что такое? Шшш! Что там? Смотри! Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем?
побыстрее нельзя? Хватит экскурсий. Есть, мэм. Откуда этот звук? Какой звук? О, да здесь идеально чисто. Не время валять дурака. Я серьезно. Я на пределе. Если здесь и есть лекарства, то старые. Аспирин. Проблем у меня полно, но хоть голова не болит. Надеюсь, вы не на меня намекали, мистер. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Да уж, это совсем небезопасно. Не твое дело. Скажи, куда мы, блин, идем? Что он говорит, да? Стой! Ладно, хватит!
Выходите! Черт! Гребаный корабль проклят! Посмотри. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Не делай этого, прошу. Боже! Этот парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, там и остаешься. Да ну, бред какой ты несешь. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Олсен! Мэр! Qu'est-ce que tu fais? Что это? Бордель. Что за хрень? Эй, есть тут кто? Не к добру все это. Thank you.
Что здесь произошло? Долбануться нахрен, что за сучий день? Черт! Ладно, так, погнали. Выше нос. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же! Вот дерьмо. Кто здесь? Это очень плохо. Браслет Джулии. Они здесь были? Отлично. Они здесь были. Матерь Божья! Что здесь произошло?
Эй! Это же... Что это за звуки? Выше нос, чувак. Выше нос. Они рядом. Может, они там.
Алекс? Джулия? Эй! Нет, я ничего не слышу. Ничего не слышу. Скелеты. Скелеты. Скелеты? Где вы? Похоже, какие-то разборки. Вас не должно здесь быть. И я не должен вас видеть. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Что тут происходит?
Господи, что это? Здесь что-то не так. Что тут происходит? Соберись. Слишком странно.
Брэд? Капитан? Как ты меня нашел? А все-таки спрятаться от этих жуликов было чертовски умным ходом. О, да ладно. Спрятался под кроватью, как девчонка-школьница. Мог бы и помочь. Нас было бы больше. Ну, не знаю. Я думал, это умно. Откуда противогаз? Нашел в одном из шкафчиков. Думал, пригодится, но не знаю. Надо выбираться. Корабль большой, коридоров много. Нам придется проверять их по очереди, пока не найдем выход. О! Ничего хуже на корабле случиться не может. Да. Нам нужно попасть на палубу. Ты прямо мысли мои читаешь. Интересно, как он умер. Тут записка. Тут можно залезть. Эй, Брэд, иди сюда. О. Может, сюда? Ниже спускаться некуда. Это главный приводной вал. Готово? Да. Похоже на выход. Хотела бы я сказать, что она нам пригодится, но это хлам. Высоко. Должен быть путь на палубу. Гениально, Холмс. Дошло, наконец. Нет, здесь не пробраться. Эй, Брэд, гляди. Лестница. Может, это наш шанс? Кинем монетку? Я пойду. Ладно, ради бога. Эй, Лиз, ты в норме? А то. А ты как? Это нам так поможет. Вот черт. Все окей. Должен быть другой путь. Я ищу, что-то должно найтись. Толку от тебя вообще никакого. Чтоб ты знал. Лестница дерьмо.
решетку! Скорее! Вода прибывает! Сейчас вернусь! О, Боже, помоги мне! Скорее! Взял! Вытащи меня! Как-то... Спей замок! Что? Ты в порядке? Спасибо. Чуть не утонула. Надо уходить. Он все еще здесь, этот тип. Черт.
душа моя. Ты что, меня больше не любишь? Нам нужно укрыться! Здесь безопасно? Думаю. Да, здесь мы будем в порядке. Послушайте, Флис, мы с ней были в одном из трюмов. Не спеши. Что случилось? Вода прибывала так быстро. Я хотел ее вытащить, но не смог. Господи, какой ужас! Привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Еще одним человеком меньше. Бедная Флис. Этого вы хотели? Или у вас просто кончилось терпение? Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнайте. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим.